Иркутская область занимает третье место в рейтинге регионов Сибирского федерального округа, где отмечена низкая динамика роста цен. Рост уровня цен на продовольственные товары в Иркутской области составил 6,3%, что ниже, чем в среднем по СФО, 7,6% и Российской Федерации, 6,73%. Об этом 19 апреля 2022 года сообщила пресс-служба регионального правительства. Данные сравнительного анализа динамики ценовой ситуации на продовольственном рынке Иркутской области по итогам марта озвучили в региональной службе потребительского рынка и лицензирования. Также отмечено, что за этот период из 25 позиций социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, подлежащих ежемесячному мониторингу в регионе, рост цен на 15 товаров ниже, чем в среднем по Сибири и России. Значительно ниже рост цен был установлен на говядину, рыбу мороженую, яйца, масло подсолнечное, молоко, стерилизованное, сахар, морковь и яблоки. В службе отмечают, что по сравнению с февралем в марте индекс роста цен на продукты питания, по которым в целом был установлен максимальный рост, цены в Иркутской области также ниже средних по стране и округу. Рост цен на капусту выше, чем в среднем по России, но ниже среднего показателя по округу.